Турнир по ночному хоккею среди любителей впервые проходит в Химках. На ледовой арене «Айсберг» играют 4 команды. «Новый элемент» и «Опалиховские медведи» из Красногорска, «Дедовск» и «Дружина» из Нахабино. Главное условие соревнований – участники без профессионального опыта. Играют по упрощенной схеме 4-4. В начале групповой этап, после игры на вылет. Финальные матчи пройдут 26 апреля. Обязательно будет награждение, будет обязательно кубок. Кубок называется турнир «Айсберг», это будет золотой большой кубок. Соответственно, все команды будут награждены медалями. И также будет выделен обязательно самый молодой участник этого турнира, самый возрастной участник, самый лучший бомбардир, самый лучший вратарь. Хоккеисты-любители сами выбрали ледовую арену «Айсберг» для турнира. Комфортно, удобная транспортная доступность, да и организаторы грамотные. Этот турнир планируют сделать ежегодным.